фланга Костя Жданова. Здесь у меня такой друг, Кирилл. Сейчас он в Нижнем Новгороде живет. Оно называется «Еврейское танго». И вот нынче в Израиле, когда я ездила с гастролями, оно почему-то имело грандиозный совершенно успех. Хотя там, в общем-то, история довольно так сурово описана. Лотком обвивалась тайна вокруг обнаженной талии, в глазах ее мрак вендетты и напоминали когти. Два тонких ее браслета у щиколотки и локтя. Там в океане погружается тьма, там человек от жажды сходит с ума. Вода холодная несет от земли корабли. Там чайки черные, там черен прибой, а купол нет, голубой, голубой. Моряк навеки о земле позабыл. Капитан в таверне увидел красотку эту, но мавры сказали фервам, они ее браслеты. Их было 500, не меньше, и стоили все друг дружки. О, прячьте детей и женщин, здесь споры решают пушки. Трещали борта и рей, мешалась ругань с молитвой. 172 еврея погибли в неравной битве. Корабль качнет бортами и молча уйдут в пучину, обнявший холодный камень обрезанные мужчины. Тьма. Там человек от жажды сходит с ума. Вода соленая несет от земли корабли. Там чайки черные, там черен прибой, а купол неба голубой, голубой. Моряк навеки на земле позабудет.